Черкашин в Минди левой рукой ковырял, пока в седьмом слева сбоку челюсть ему не попал. Патрик упал, но быстро поднялся, а рефери решил, что Минди поломался. Радченко в Польше ограблен был снова. Увы, история эта далеко не нова. В двух нокдаунах Шпилька побывал, но рефери руку ему все же поднял. Олдскульных толстяков эра прошла. Вслед за Руизом и Ковнацкий сказал всем пока. Снес его Хелениуш мощным ударом. Игнорирование тренировок не проходит даром. Бокс ради чести и гордости бой. Вышел в ринг, так сражаться изволь. Мы за ринг-шоу для вас представляем. Через 10 секунд мы начинаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Приветствую всех любителей бокса. Обзор поединка прошедшего уикенда мы начнем с главного боя андеркарта вечера бокса от Анджея Василевски и его промоутерской компании Knockout Promotion, состоявшегося 7 марта вечером в польском городе Ломжа. 24-летний проспект среднего веса Федор Черкашин победил техническим нокаутом в 7 раунде довольно-таки стойкого оппонента Патрика Минди. Для меня показалось странным начало боя Федором Черкашиным. Казалось, у него травмирована правая рука, настолько скупо действовал ею Федор, а вот одной только работы джебом, чтобы остановить Минди на дальней дистанции, Федору явно не хватало, и от этого поединок получался довольно-таки скомканный. Патрик просто напрыгивал на Федора, пытаясь нанести какие-то удары, ну а естественно, опять же повторюсь, а действий только одной левой рукой Федору явно было недостаточно. И вот этот весьма незрелищный поединок, наполненный борьбой в клинчах и с очень редкими, действительно результативными ударами, Федор постепенно дошел до 7 раунда. Мне кажется, что к этому времени Федор уже просчитал своего соперника и только и ждал момента, когда Минди будет на него напрыгивать. И это, собственно говоря, и случилось. В середине 7 раунда Минди напрыгивает на Федора. Федор отступает с четким левым боковым, пришедшимся точнисенько в челюсть Патрика, и тот оказывается на канвасе. К чести Минди, заметим, что он очень быстро поднялся, но рефери посчитал, что поединок продолжать не следует. Ну, мы считаем это мнение несколько необоснованным, поскольку нужно было дать шанс Патрику не только продолжить бой, но и шанс Федору Черкашину конкретно уже опустить Патрика на канвас, то есть нокаутировать. Патрик Минди впервые проигрывает в своей профессиональной карьере техническим нокаутом, и о нем мы забываем. Что же касается Федора Черкашина, то он, так сказать, уже полностью созрел для того, чтобы проводить титульные поединки. Причем неважно, будет это поединок за титул Интерконти, Интернешнл, либо титул чемпиона Европы. Самое главное, чтобы Анджей Василевский, его промоутер, чуть-чуть поднапрягся и таки сделал Федору титл-шот. В майн-ивенте вечера бокса в польском городе Ломжа Артур Шпилька после своего довольно-таки провального путешествия в хэвивейт решил вернуться к основам, то есть в
первый тяжелый вес, где и начинал свою профессиональную карьеру. К сожалению, праздника возвращения в крузервейт у Артура Шпильки не получилось, поскольку он показал себя весьма слабо в противостоянии с украинским джорнименом и гейткипером Сергеем Радченко. Я очень хорошо знаю Артура, и его можно назвать довольно-таки трусливым бойцом, который, сталкиваясь с жесткой оппозицией, начинает включать заднюю. К сожалению, у Шпильки нет ни высокой квалификации файтера и очень сильно раздута его слава панчера. И Сергей Радченко показал, что складывать в один комок Артура Шпильку можно лишь только одними боковыми ударами слева, которые Сергей очень хорошо разгружал на голове своего соперника. Шпилька вел бой довольно-таки грязно. Надо признать, что Артур очень хорошо начинал раунд, довольно-таки плотно, с достаточно акцентированными, но не всегда сильными ударами. Но после первой минуты раунда Сергей полностью забирал доминирование и, по сути, выигрывал раунд. После падения Шпильки в третьем, а затем и в пятом раунде, в принципе, все стало понятно, и я лично понимал, что Сергей победит в этом бою, поскольку все последующие действия Шпильки были хаотичными. Они не были вот направлены на перелом боя. Все, что хотел Шпилька, это ударить сильно. У него этого не получалось. Ну и дальше поединок, в общем, Артур комкал в борьбу в клинчах. Непонятная ситуация произошла в девятом раунде, когда рефери и вообще команда австрийских судей отработала из рук вон плохо. Рефери сначала пугал Виктора Цехмейстера, это катмена Сергея Радченко, что если тот не замотает манжету Сергея лейкопластырем, то он снимет с него один пункт, при этом он не останавливал, я имею в виду рефери, время в раунде, что является грубейшим нарушением. Потом рефери останавливает бой и говорит Сергею, что я снимаю с тебя один пункт, потому что ты не слушаешься моих команд и постоянно держишь Артура, хотя это не соответствовало действительности. В общем, начался процесс того, чтобы Сергею не дать победить. Десятый раунд был действительно для Сергея очень сложным. В начале раунда он пропускает под левую руку правый по корпусу от Шпильки. Это его действительно потрясло. Но к чести Сергея он проиграл этот раунд, но он смог дойти до финального гонга. И судьи отдают победу Артуру Шпильке на картах двух судей, причем со счетом 95-93 и 96-92. Третий, более разумный судья, решил съехать на мягких лыжах, дав ничью 94-94. Вот так вот приезжаешь в Польшу, побеждаешь польских боксеров и проигрываешь. Австрийские судьи умеют удивить весь боксерский мир. Но, тем не менее, Сергей по-прежнему сохраняет высокие позиции и авторитет в мире бокса. И я уверен, что и промоутеры, и любители бокса будут хотеть его видеть в боксерских поединках и дальше, поскольку эти поединки наполнены зрелищем и интригой. Что же касается Артура Шпильки, то после поединка он сначала заявлял, что он уверен в своей победе и не собирается давать реванш Радченко, но спустя сутки заявил, что таки согласится на второй бой против Сергея. Действительно, это так или это очередное бла-бла-бла-бла-бла в исполнении Артура Шпильки, мы узнаем буквально на следующей неделе. Завершаем обзор поединка прошедшего уикенда с главного боя, состоявшегося на арене Barclays Center, Бруклин, штат Нью-Йорк, на карте у Тома Брауна и его промоутерской компании TGB Promotions.
Адам Кавнацкий, которого позиционировали как сильного бойца и очередного претендента на чемпионские титулы, проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде андердогу Роберту Хелениушу, который и сумел сотворить очередной апсет. То, что у Адама Кавнацки есть проблемы, и проблемы очень большие, стало понятно уже после первого раунда. И мне кажется, что в этот раз Адам явно со своим весом переборщил. Никто не ожидал от Кавнацкого какого-то быстрого и высокотехнического бокса. Мы все прекрасно понимаем, что Адам хорош в нанесении быстрого, тяжелого и точного джеба, переходе на среднюю и ближнюю дистанции и вколачивание в соперника очень большого количества действительно тяжелых ударов. Но большой вес просто истощил Адама Кавнацки вот уже после второго раунда, где Адам понимал, что ему уже не перестучать Хелениуша, и он попробовал рискнуть и пойти на нокаут, искать нокаут. Увы, это у него не получилось. В третьем раунде Адам уже показывал, скажем так, очень слабую работу, включал, что называется, заднюю. В начале четвертого, пропустив правый от Хелениуша, у него покачнулись ноги, он практически взял колено, но рефери не начал отсчет нокдауна, подарив, скажем так, ситуацию Адаму Кавнацки, но спустя некоторое время, пропустив несколько тяжелых ударов с дистанции, Адам оказывается на канвасе, поднимается, снова оказывается на канатах под ударами Роберта, и тут уже рефери вынужден был остановить поединок. Вот так вот первый проигрыш Адама Кавнацки на профессиональном ринге. И, собственно говоря, надо идти в зал, надо бегать кроссы и надо более усердно тренироваться и соблюдать диету. Победив в отборочном поединке, Роберт Хелениуш занял позицию обязательного претендента для проведения боя за титул чемпиона мира. Единственное «но» – он должен дождаться, пока между собой разберутся действительный обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA Мануэль Махмуд Чар и временный обладатель этого титула Тревор Брайн. И уже только после этого Роберт Хелениуш сможет выйти в ринг и оспорить право обладания титулом чемпиона мира. А сейчас давайте перейдем к маленьким новостям большого бокса. Ну что ж, как мы и прогнозировали, 2 мая обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA супер во втором среднем весе Сауль Канело Альварес выйдет в ринг против чемпиона мира по версии WBO Super Middleweight Билли Джо Соундерса. За свой поединок Билли Джо Соундерс получит целых $7.5 миллионов, что вызвало уже чувство изжоги и ненависти у чемпиона мира по версии WBA и WBC Diamond Каллума Смита, который запросил за поединок против Альвареса целых $9 миллионов. Вот так вот. Жадность приводит к тому, что ты остаешься за бортом, а более отстойный боксер, каким и является Билли Джо Соундерс, получает не только возможность выйти в ринг против Альвареса, но и чертовски неплохо заработать. И если говорить о баснословных гонорарах в мире бокса, то Флойд Мейвезер запросил $600 миллионов за еще один отстойный бой против Конора Макгрегора и за поединок против Хабиба Нурмагомедова. Я просто хочу посмотреть глаза тому человеку, который вывалит вот эти сумасшедшие деньжища за отстойные, по сути, поединки, поскольку противостояние Флойда против бойцов ММА по правилам бокса, ну что может быть еще отстойней?
Известный американский тренер Джо Густин заявил о том, что принял предложение Кубрата Пулева готовить его к поединку против Энтони Джошуа, который состоится 20 июня в Лондоне. Поможет ли опыт и знания Густина Кубрату Пулеву? Скорее всего, нет. Единственное, что Джо Густин, и это нас радует, может хорошо заработать. Еще одно бессмысленное событие в мире бокса должно состояться вот уже летом. Именно об этом и заявил бывший чемпион мира Амир Хан. Где, когда, против кого выйдет в ринг Амир, он не сообщает. Но мы уже неоднократно становились свидетелями, что громкие заявления Амира, не менее громкие обещания, заканчивались большим пшиком и проигрышем Амира Хана действительно великим бойцам. А вот что нам действительно реально стоит ожидать, причем ожидать с большим нетерпением, так это 2 мая, когда в Англии в андеркарте боя Александра Поветкина и Диллиана Уайта в ринг выйдет абсолютная чемпионка мира в легком весе Кэти Тейлор и семикратная чемпионка мира, действительная обладательница поясов чемпионок мира в полулегком весе Аманда Серрано. Ребята, это будет действительно бокс с женским лицом и очень зрелищная рубилова. Наступающий уикенд бокса подарит нам только один бой за титул чемпиона мира. Состоится он на арене театра Madison Square Garden, или, правильнее сказать, Hulu Theater, и будет представлен Бобом Арумом и его промоутерской компанией Top Rank. В нем обладатель пояса чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон впервые защитит свой чемпионский статус против весьма жесткого и опытного бойца Мигеля Мариада. Напомним, что вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон завоевал после того, как его обладатель Оскар Вальдес перешел в первую легкую весовую категорию. И вот 26 мая прошлого года Шакур, показав себя довольно-таки терпеливым, хорошо квалифицированным боксером, умело выбирающим время, как работать на отходе, так и переходить в атаку, побеждает на картах всех трех судей Джоэта Гонсалеса и становится новым чемпионом мира по версии WBO Физервейт. Соперника Стивенсона Мариага следует оценивать по его боям, которые он проводил как против Оскара Вальдеса, так и против Василия Ломаченко. В первом поединке Мариада показал, что умеет довольно-таки жестко конкурировать в столкновениях на встречных курсах. Очень открыто принимает предложение соперника обмениваться ударами, но проигрывает немножко в классе бокса, а именно вот у него очень слабые защитные навыки, ну и не совсем совершенное умение передвигаться по рингу. Он откровенно, ну, собственно говоря, не умеет ходить и наносить удары. Он достаточно раскоординирован, что еще больше, в общем, нам стало видно уже в поединке против Василия Ломаченко, который, по сути, сначала деклассировал Мариага, а потом его, собственно говоря, и разбомбил. И вот подобная ситуация, когда Мариага будет проигрывать на классе и будет в поединке против Шакура Стивенсона. Прогнозировано начало боя Шакур Стивенсон проведет в работе вторым номером, то есть будет вытягивать Мариага на себя, и когда тот будет бросаться вперед, проваливать и опрокидывать его своими ударами. Когда почувствует, что Мариага уже как бы вышел из своей, скажем так, функциональности, то есть устал, тогда уже Стивенсон начнет уже работу первым номером, жестко обрабатывая соперника ударами по этажам.
Если говорить о результате поединка, то Мариага может спокойно пройти полную дистанцию, если Шакур будет делать для победы ровно столько, сколько необходимо. Но если же Стивенсон решит, скажем так, показать зрелищный и интригующий бой, вероятность того, что Мариага проиграет досрочно, вполне велика. Но в любом случае ставьте на победу Шакура Стивенсона и не прогадаете. Вот, собственно говоря, и все, о чем я хотел рассказать вам в этом выпуске The Ring Show. Заходите на наш YouTube-канал, подписывайтесь на него, делитесь нашими видео, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий в мире бокса. Оставляйте свои комментарии и лайки. Ищите нас в социальных сетях и пабликах. Twitter, Instagram, Telegram, Viber. Становитесь нашими друзьями на Facebook. Пишите нам по нашим адресам электронной почты и приглашаю вас посетить наш информационно-аналитический ресурс theboxing.com.ua. И, конечно же, помнить, где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось, все всегда будет бокс.